Переносим единицу справа налево. Минус 1 больше 0. Да. Приводим к общему знаменателю. Уберите, пожалуйста, все эти вот домножая. Больше 0, да. Ну и все-таки до конца можете довести? Да. Когда из x вычитаешь x плюс 1. Не надо писать одно выражение поверх другого. Чуть-чуть отступите по вертикали. Как вычитать x плюс 1 из x? Просто ставить знак минус и вычитать. Да, ставить знак минус, но перед чем? Перед тем, что отрицательное. Минус перед всей дробью, то есть ты пишешь x минус x минус 1. Понял. Так, и когда x минус 1, это что такое на самом деле? Не будет там никакого x. Да, все. Минус 1, x плюс 1. Да. Больше 0. Отлично. И это что означает? И это означает, не знаю, что тоже. Любое число. Нет, не любое. Что любое число минус единица. Либо любое положительное число. Что такое либо? X минус единица. Любое положительное число, либо число отрицательное, которое неверно. Меньше. X плюс 1 в любом случае скажите, больше. X меньше минус единицы. Ну да. Внимание, у нас знаменатель должен быть отрицательным числом. Значит, вы так и пишете. X плюс 1 меньше 0. Меньше 0. Значит, X меньше минус единицы. Так, победа? Да.